Всем привет, с вами Артем Тарасов, и сегодня я вам расскажу, как сделать вот такую вот прекрасную пневму. А, да, лучше же, профессиональная. Вот, смотрите, вот. Вот она какая внутри, тут плохо видно. А что? Мы занижаем ее по максимуму, она едет. Занижаем ее по максимуму. Это-то вообще вывозится, у меня тут... И вот она ездит. 8 ядер стоит. И вот сейчас я вам покажу. И 10 оператив. Вот такой вот наш салон. Вот так вот, вот выглядит наш салон. То, что я выделяю в квадрате, заштриховываю. Сейчас я вам все покажу. Сегодня ответ на все вопросы. Он не дает... Вот так вот, ну все. То, что здесь заштриховано. Мы это все удаляем. Чтобы у нас получилось вот так вот. Из них одна-две, которые могут делать продукты. Вот так вот, да? Теперь мы все переворачиваем, вот. Я буду делать это на четверке, то есть заново. Вот мы берем нашу заготовку и вставляем. Ну да, есть одна там, две максимум. Модель. Вот. Теперь мы берем пластилин. Пожалуйста, контент собрать, не вопрос, записать, аранжировать. Вот так вот. Там вопрос компрессии и частот. А это уже слух. И аппаратура, простите, у меня сестра младшая снимает. Что будет делать там, что вот. Такое, ну, что можно будет слушать, но она не будет слушаться. Стоп. Хотя здесь тоже крутые компрессоры, крутые инструменты, что только нету. Гитар тут, комбиков, наверное, знаю, штук 30 любых, как хочешь, накручивай там, звук любой. Я вот тут трубочку потерял. Вот трубочка. Я бы занимался записью. Вот видите, вот трубочка. Вот. Это укороченная трубочка от чупа-чупса. Мы берем, да, ставим вот так вот пластилин, вот так вот делаем, вставляем вот так пластилин, вот так вот. Партии разные сделать, а чтобы из них сделать такой кирпич, вот так вот пластилин, вот видите, вот. Вот пластилин, в него вставляем трубочку. Сейчас он скинул эту последнюю. О, вот она. Мощь такая придется. Пластилин, в него вставляем трубочку. Он обиделся, что я ему написал, так типа, я, мы делаем не для дентиста, он как бы сделал не для дентиста. Реально, ну, подождите, пожалуйста, я сейчас ставлю. И вот я до Коли сейчас сделал, все, вот я послушаю, там вроде гитару задал, сейчас я ее приберу маленько. Но партии играешь, прикольные получились. Песня как бы лицо взяла. Вот оно, значит, ребята, что. Нормально сейчас стало звучать. Вот так вот, видите, вот, вот трубочки, вот так вот. Взял по вот эти затеньки, у меня сейчас, ну, можно сказать, ночь, 4 часов. Я всегда занимаюсь моделями вечером, ночью. А это... Ну, наверное, вы меня поймете. Вот, вот, видите, задочек уже сделан. Я сейчас не буду все показывать, как будет полный вариант. Я еще сделаю перед. Упс. Берем наше еще одно колесо, еще одно нулось. Вставляем в другую трубочку. Наделанную в пластилин. Так, другое лето. Нормально. Вот так вот. Да? Я сдохну. Когда? Это, наверное. И вот оно, видите? Ой, подождите, тут у меня есть недоработка, потому что я потерял одну деталь. Сейчас, подождите, немножечко. Я сбрасывал все деньги. Да, значит, вот она. Вот посмотрите, какая она высокая, да? Она ездит. Сейчас мы занизим ее. Пластилина сильно мало спереди прибабахал. И зад занизим. Вот так вот. Вот видите? И она у нас ездит. Всем пока, с вами был Артём Тарасов и оператор Ивана Тарасова.